Ладно, вот его доставал. Подмоги засовывай, ресла, куртку засовывай. Напихал, бля. Ну все, друзья. Всем привет, дорогие друзья. Нет, не так. Ну все, сегодня мы летим домой в Якутию, в Айхау, из Москвы. С обследования провели в Москве 2 недели. Слава богу, все хорошо. Сейчас летим обратно. Едем в аэропорт Домодедово и в Айхау. Так что, друзья, всем спасибо, кто за нас болел, кто переживал, молился, верил, надеялся. Всем большое-большое спасибо. Счастливо. Пока. Че, Юлечка, едем в Айхау? Все уже, да? Наконец-то. Спасибо, друзья, этому дому. Здесь мы провели 2 недели. Хорошо все. Большое спасибо, друзья. Сейчас уже будем выходить и собираться. Наши сумочки здесь. Так что все, как бы все оставляем в чистоте, в порядке. Вот сам тут хостел. Хостел тоже пока. К сожалению, цветы нам придется оставить, потому что куда мы их денем, упаковки у нас нет, ничего у нас нету. Цветочки были подарены в день рождения вот этого человека. Жалко, конечно, цветы, но куда деваться. Цветы придется нам все-таки оставить. Красивые. Дочь в догонялке играет. Это хорошая женщина, уборщица. Она здесь работает. Вот это. Молодец прям. Играет с Юлечкой прям хорошо. Прятки играем, прятки. Наверное, на улицу убежала. Где это? Наверное, в холодильнике сидит, да? Нет, в холодильнике. Вот Юлечка, хорошо, прям хорошо. Ой. Спасибо. Спасибо. Что-то задумал, блин, забудешь. Приятно. Да не за что, не за что. Спасибо. Вам спасибо. Опять, друзья, едем на 2 машинах. Потому что мы в одну машину не влезем. Опять минивэнов здесь нет, ничего нету, короче. Поедем, получается, на 2 машинах. Вроде Москва такой большой город, а оказывается нифига. Нифига нету минивэнов и этих универсалов тоже нету, ничего. Все, до свидания. До свидания, давайте. В июле приедем. Спасибо. Пойдемте. Пошли. Тогда вы на это езжать, а я вот на это поеду. Ну все, вот приехали мы, друзья, на 2 машинах. Юлька у нас уснула. Сейчас чемоданы берем и идем, короче, уже все. Сейчас прибыли в аэропорт. Юлечка, народу пипец тут. Ах ты! Так, документы у тебя. Используйте средства защиты органов дыхания. Соблюдайте правила гигиены.
Здравствуйте. 23,7. Три сумки. Да? Значит, кто-то возил. Таксист, значит. Вот, блин. Сейчас, наверное, такого уже нету, как раньше было в 90-е, да? А, вы же в 90-е не работали. Ах ты. Это ручная кладь. А? Нет, это небольшая. Мы так, ну я могу поставить, если хотите. Ага. Да, вот мы в синенькую ставили. Ну, в диаметре 115 сантиметров. Потому что у нас еще больше есть. И мы с ними ездили. Да. Оно в диаметре 115 сантиметров. Оно лучше, смотрите. Смотрите. А? Да. Ну все, прошли мы регистрацию. Слава богу, кстати, вот единственный рейс сейчас, то что дамочки все исправились, операторы все исправились, все нормально. Так что не ворчат, не кричат, все отлично, прошли. Сейчас отдыхаем, у нас еще в запасе есть 3 часа. Сейчас пойдем с вами прогуляемся на улицу и по этажу походим, по аэропорту. Так что ждите. Вот, друзья, у нас аэропорт Домодедово. В принципе, здесь очень много стоек регистрации идет. Получается, около 10 стоек регистрации. И каждый рейс регистрируется согласно направлениям. В том крыле международной перевозки, а внутрироссийские перевозки у нас, получается, вот здесь они идут, да? В аэропорту, кстати, какие-то ремонтные работы идут. Вообще дышать невозможно. Кстати, вонище какая-то, блин. Краской воняет, непонятно чем. Аэропорт Домодедово был переименован в аэропорт имени Ломоносова. Зашли, друзья, в Бургер Кинг. А здесь, получается, напротив уже пункт досмотра. Вот, выйдем и сразу пойдем на досмотр. Да, удобно, кстати, ага. Сидишь, а тут бах тебе пункт досмотра. Прикольно? Прикольно. Тут у нас, друзья, чисто сейчас идет второй этаж, зона отдыха. Ресторанчики, кафешки идут у нас здесь. Вот Макдональдс мы проходили, вот кофемания, Сбербанк у нас тут, аптека, рестораны. Едим, летим. То есть зона ожидания у нас здесь идет, друзья. Как бы вот, ну, все люди, которые проходят, здесь у нас досмотр, поднимаются на второй этаж. И вот перед уже перед полетом досмотра можно здесь посидеть, там пивка выпить, отдохнуть. Как бы. И потом уже, когда уже время к вылету назначается, уже можно идти на пункт окончательного досмотра и к самолету. А у вас дверочки для самоката нет? А там сказали, не надо его. Надо. Так вот, мы сейчас были Ауроса. Вот там сказали, на регистрацию не надо. Он как коляска идет. И на коляске нужно идти. Не знаю. Чего ты? Марина, сейчас нужны вирки, нам надо зайти. Велосипеды, на самокаты. Вообще нужны. Вообще, видите? Что, да идти вниз, что ли? Ну, если верну, тогда пойду вниз. Тогда пойду вниз. Ну, сейчас, если тут вернут, тогда пойду вниз. Только далеко не уходи. Да, спасибо. А, ее что, датчик не ловит? Нормально. Проходи. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Направо, пожалуйста, уходите, пожалуйста. Направо до конца зала. Смотри, как мужик полетел, смотри. Опаздывает, наверное. Как? Вот, блин. Thank you.
Так он же еще есть, да. Чего все сюда поперлись? Она оторвалась, наверное, потому что мужчина шел впереди и дернул его. Ну все, прошли пункт досмотра. Сейчас пойдем, короче, еще немножко посидим в игровой, Юлька поиграет. И уже у нас 21:20 вылет. Ну, к 9 часам пойдем уже в предбанник. Садиться уже в автобус и ехать к самолету. Вот так вот. Вот все, друзья, отбой. Вот как дети, друзья, видите, как всегда лазейки найдут. А кто им подскажет? Папа. Только папа, родители. Вот и все. Только никому не говорите. Наш такой мини-лайфхак, да? Приглашаются на посадку к выходу номер 56. У нас много там. Ну да. Выходим 5-6. Спасибо. Что, не пропускают, что ли? Потом бы пораздевались. А что там не пропускают? Привет, мои господа, командир корабля Дмитрий Горбановский, экипаж. Рада приветствовать вас на борту самолета Boeing 737, а компания «Алроса». Сейчас уберем туда, там сумки. Куртки выберем. А куда это? Пускай убирают. Я положил свои. Помоги засовывай, да и все, блин. Это не на самом деле под верхнюю одежду. Куда под ноги? Вот сюда и засовываешь, или сейчас, я под кресло. Вот куртку засовывай. Поправляй куртку. Не буду я убирать. Напихал, блин. Напихал. Я-то что ли напихал? А тут напихал. Да ты спрашивай. Да, мои господа, авиакомпания «Алроса» предоставляет платную услугу пересадки пассажиров в салон бизнес-класса и на места повышенной комфортности экономического класса. Вы можете ознакомиться у борта родников. Благодарю за внимание. Иллюминаторы самолетов, положение открыто. Благодарю за внимание.
уже более-менее нормально идет. В принципе, и овощи есть, помидорка, огурец, сырок, колбаска, печенье. В принципе, хорошо. Здесь на второе взяли две сосиски с капустой. Всем приятного аппетита. Вы быстрее, пожалуйста, на выход выходим, задерживайте заправку и уборку воздушного судна. Ну, то что, сидите до последнего, то подождите, блин. Сейчас. Стой. Или стой. А, ну типа на улице. Ну да, самокат. Ну все, приехали мы домой. Открываем двери, смотрим. Ну-ка, дочь, давай заходи. Выйти, да. Раз, два, открывай еще, три. Бетька, ку-ку. Я вообще-то ничего не понимаю. Так, проверяем. Бетти. Ой, коржик вообще весь лысый. Коржик. Коржик. Пойдем, пойдем. Стрессовал. Офигеть, он весь лысый. Нифига. Стрессовал. Герда. Герда, пойдем. Пойдем, Гердочка. Гердочка. Ой. Ой. Вот, друзья, наши птички. Все хорошо. Единственное, вот коржик, конечно, большой получил стресс. Весь лысый, общипал себя. Но это все дело поправимое. Так что все, раздеваемся, обуваемся, моемся, кушаем и ложимся спать. Пока!